Я натурально всех приветствую. С вами Мунзерт, и мы продолжаем проходить игру Корсары. Город потерянных кораблей. В этой серии мы, значит, отправимся на разведку, узнаем, что Солкин затевает. И надо сорвать нам его операцию, скажем так. Да. Журнал. Так, журнал, кассовая книга. Вильямстад. Так, так, так. Надо было выложить все-таки драгоценности. Бастард, обноски. Да, надо повыкладывать. Зря это я ушел. Вот он, наш сундучок. Сюда Фламберш, Бастард. Так. Это продадим все. Так. Обноски выложили. Выложили обноски. Бежим, бежим. Так. Пам-пам-пам-бум. Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан. Что у тебя есть? Спрашиваем. Так, так, так. Трубу продаем. Лечилки тоже можно продать. Дело в том, что в этой миссии нам нужно будет освободить вес. Ну, то есть выгрузиться, максимально выгрузиться перед абордажем. Так, единственное, что колечко вот возьмем. Оно нам понадобится с рубином. И еще колечко с изумрудиком. Тоже надо будет взять. Угу. Ну вот мы и отправляемся. Что-то мне знакомо это лицо. Так-то. Сохраняемся, а то вдруг нас рассекретят, распознают. Корабли на прикопе 9 штук. Так, так, так. Пуэрто Принсипе. Вообще ветер непопутный, как всегда, не везет. Так, потерпевшие корабли крушение. Я надеюсь, что я
Увижу эту лодочку. Вот она, я ее вижу, да. Отлично. У нас попутчики, Кэп. Пилотти. Дай-ка взглянуть на тебя. Пилотти. Кровавый убийца. Так. Ну, давайте флаг сменим на голландский. Да. Пуэрто Принсипе. Так, причалить. Не-не, причалить это я зря. Надо же еще колечко взять. Колечко возьмем. Предметы героя. Предметы в сундуке. Так, в сундуке. В сундуке, в сундуке. В сундуке рубиновое колечко. Вот, изумрудное. Одно. Отлично. Что вам налить, капитан? Вопросов я по делу. Для какого ходят слухи, что Солкин собирает людей для какого-то дела. Ты не в курсе? Да, что-то назревает. Наверное, опять Ричард собрался пощипать испанцев. Понятно. А когда и где, не знаешь? Ха, ну ты даешь. Ричард таких вещей никогда не открывает до самого последнего момента. Даже для своих капиталов, а ты меня спрашиваешь. Ну, мало ли, спрашиваю, потому что сомневаюсь, стоит ли мне подряжаться на это дело. Как думаешь? Не знаю, сам решаю. Солкинса репутация удачливого Кэпа. Ну, лично я бы пошел с ним. Уж больно Ричард готовится к этому тщательно. Целыми днями сидит в резиденции и строчит в своем журнале чего-то. Хм, понятно. Ну что же, спасибо тебе за совет. Так. Тут нам официант. Мне импонирует ваше внимание, капитан. Слушай, красавица, мне нужно знать, что затевает Солкин. Очень надо. Принеси мне колечко с изумрудом и колечко с рубином. Тогда, возможно, я смогу тебе помочь. Вот твои кольца, дорогуша. Как красиво. Спасибо. Что же ты хотел знать? Мне нужно знать, что затевает Ричард Солкинс. Ты в курсе? Нет, так какого черта ты морочишь мне голову? Я же говорю, что знаю, как узнать. Значит, слушай внимательно. Ричард человек педантичный. Он все записывает в свой судовой журнал. Тебе нужно получить его. Вот и все. А, может, ты еще подскажешь, как это сделать? Подскажу. Забери журнал из его резиденции. Днем он все время там торчит. Так что живым ты оттуда не уйдешь, если посмеешь забрать журнал. Но вот ночью, так ночью все закрыто. Влезть через окно с задней стороны дома. Только тебе лестница нужна будет, чтобы забраться наверх. И где ее взять? Не знаю.
Ну что же, спасибо и на этом. Вот так. Ну, если мы сейчас к Солкинсу зайдем, можно, не отвлекайте меня от несения службы. Журнал. Умри! Вот так вот нас валят. Города побыстрей. Так, вот таким вот образом журнал, то есть вот таким вот образом мы взяли журнальчик. Вот он, судовой журнал. Так, так, так. Ну, можно вот так это сделать в открытую. Да, только нам нужно иметь, да, запас здоровья. Но можно воспользоваться лестницей. Конечно. Сейчас покажу план с лестницей. То есть к нему, в принципе, если вы зайдете в резиденцию, это все. Это уже провал. Пам-пам-пам. А вот сейчас продемонстрирую тихий способ получения журнала. Так, бочечка. Отлично, за нас наш компаньон взял бочечку. Каюта. Так, так, так. Рубиновое колечко. И изумрудное. Отлично.
Авторитет плюс 20, минус 10 везение. Так. Ну что ж, продолжим. Сохранимся. И сейчас тихий способ получения журнальчика. Опять бочка. Ну так, бочку мы... Вижу. Бочка — это святое. Если это, конечно, не пороховой заряд. Добыча, добыча. Так, полотно, кожа. Добыча. Вот добыча. Она, бочка. Добыча. Блин, не буду подбирать кольца такое. Ну или возьму. 2,6. Добыча. Не такой уж большой вес. Вижу. Опять бочка. Прям какой-то бочечный марафон. Я не знаю. А вот тут может быть пороховой заряд. Потому что никаких припасов не разбросано вокруг. Так что может быть бабах. Повезло. Так, ай-яй-яй, красный парса! Фрегат Пеликан, отлично. Здравствуйте. Зарядить картечью. Фрегат Пеликан. Зарядить коней. Отлично. Есть, заряжаю. Капитан. И ты тоже перезарядись на коней. Зарядить коней перед так, есть, перезарядись. Капитан. И обстреливай его. Ну вот, уже зарядить картечью, есть, капитан. Так, а ну-ка давай-ка на картечку. Зарядить картечью, на картечку. Есть, капитан. Так, теперь нам отлично. Правый борт готов к залпу. Левый борт готов к борту. Так. Абордаж. Пленных не брать! Один человек команды противника. Так, убить мушкетного залпа нет. Отлично, ну как бы поймать красные паруса, если мы не сейчас стопанем, то есть мы в будущем можем его и не встретить. Так что это такое дело. Квесты, которые выполняются так, между прочим. Потому что... Если вы будете умышленно его искать. Какого дьявола? Вы потопили наше судно! Угу. Корабль надо вернуть.
3000. Жемчужинка пули. Как-то вообще не густо. Вот 3000 только. Баклан. Ну, баклан мне вообще не нужен. Минус в авторитет и в скрытность. Так. Вот за 5000 у фрегата. Корпус. Команда маловато. Ну, в общем, ничего хорошего, ничего примечательного. Единственное, что можно перегрузить доски, какао ему, пшеницу, в общем, все, что мы продаем, мы зиму сгружаем, одежу, черное дерево, сандал, копру, фрукты. Ну вот рабов только оставляем. Провиант, оружие, лекарства, так, и доски. Все это забираем. Пеликан. Назначить капитана. Лояльность низкая, лояльность нормальная. Пассажир. Так. Лояльность нормальная. Новая запись в судовом журнале. Так, вот если мы... Уплывайте подальше. Так, а у него есть крысобог? Вот это вот вопрос. Крысобога нет. Понятное дело, что сменить флаг мы сейчас не сможем. Ну, надо было это раньше делать.
всплываем, уходим, короче говоря. Так вот, флаг не подняли дружественный, и теперь вот это вот гемарится с этим. Надо поднять дружественный флаг, к примеру, и попытаться, значит, вот теперь мы можем это сделать. Надеюсь, корабли. Обменять корабль. Пеликан. Так, пеликан, пеликан. Пеликанище. Сантьяго, да. Причалили. Надо продать эти товары. Сейчас сохранимся. Здравствуйте, капитан. По какому делу зашли? Выгодно продавать, ну ладно, возить его с собой, все это. Продаем полотно. Одежду. Сандал, копра, фрукты. Все это идет. Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан. Так. Это верно. Тише. Вокруг полно патрулей. До встречи, контрабандист. Так. Тут ничего интересного. Пеликан. Перемещение команды. Надо же команду пересадить. Да.
опять мотаться по архипелагу. Из-за корабля. У нас попутчики, Кэп. Плывем дальше. Взять на борт бочечка. Так. Добыча, добыча. Добыча. Церемониальный сосуд. У нас попутчики, Кэп. Опять фрегат, фрегат. Вот прям какой-то хит-парад фрегатов. Звездная рыба. Вот на этот раз звездная рыба. Сколько? 361 мушкетный залп у него. Звездная рыба Бриджтаун. Звездная рыба. Шутки на воду! Бриджтаун. Пеликан, уплывай. Подальше заряжаем картечь. Есть, капитан. Сохраняемся. Прямо вот, ну, вот эти вот квесты рандомные, они вот, видите, отвлекают как. От выполнения. Так. Ты бы тоже зарядился картечкой. Зарядить картечью есть, капитан. Так. Перезарядочка. Пиратский флаг. Патент мы не потеряли. Патент. Походу мы патент потеряли. Да. Нет звания. Вот потеряли звание. Все, блин. Нам этот квест запорол. То, что у него испанский флаг, это, конечно, нам усложняет задачу. Ладно. Черт с ним. Пускай. Вижу импел. Под испанским флагом звездная рыба. Вижу импел.
окно, если попробовать вариант с английским флагом, я тоже потеряю патент. Интересно. Ну надо ж как-то это. Это дело разрулить. Интересно, потеряли патент? Нет. Вот вывод, он должен первым по нас гаснуть. Все, абордаж. Пленных не брать! Вот так вот, дожидаемся. Получи! Первый залп. Это было совсем не больно! Да это не будет считаться. Будет больно! Будет считаться, что он на нас напал. Ты победил! Так, проверяем. Эй, заначки. По делам! Какого дьявола? Вы потопили наше судно! Умри. Вот так вот. Все, минуснули. Пятнадцать тысяч. То есть звание, как видите, у нас сохранилось, патент сохранился. Патент сохранился теперь. Все, Голландия. И поплыли мы. Вот все-таки вот так вот. Есть вот такой вот вариант. Без ущерба я бы даже сказал это так, описал бы. Без ущерба для нашей репутации. Мы вот это вот все разрулили. И теперь нам надо именно порт, чтобы мы могли сдать пеликана. Теперь надо вот так вот чуть-чуть сесть на пеликан. Пересесть на пеликан. Из пеликана сгрузим все, с звездной рыбы перегрузим все на пеликан, точнее наоборот даже, надо, мы же пеликана сдавать хотим, вот так вот, и у пеликана все должно быть пусто, все.
все пусто. Пеликан. Пеликан, пеликан. Ну давай, пеликан. Портовое управление. Желаете получить работу или оставить корабль на хранение? В сундуках. Всего хорошего. Так, пеликан мы отдали. Звездная рыба. Так, так, так. Обменять. Отлично. Полотно. Так, полотно. Полотно надо на звездную рыбу. Вот это вот все. Вино. Какао. Полотно. Это мы все продадим. Странно, с чего бы... А, сундуки мы получили. Лучшие товары за сущие гроши. Звездная рыба. Ну и вот тут вот выгодно продаем. Какао, доски можно оставить. Ну ладно, лекарства продать. Оружие тут его не так уж и много. Ладно, провиант. Перегрузим себе вообще. Вот сколько раз я говорил, что хорошо бы сделать кнопочку продать все, чтобы вот если мы хотим продать все, мы вот сгрузили все на продажу, и мы нажатием одной кнопки. Так, на Барбадосе мы продадим красное дерево выгодно. Бриджтаун. Сейчас посмотрим. Бриджтаун. Красное дерево. Как-то не очень. Ну что у вас ко мне, капитан? Продадим на Барбадосе. Продадим на Барбадосе. Эй, я тебя раньше не видел. Пам-пам-пам. Каюта. Так вот все. Блин, только главное нам вот понять, есть ли тут какие-то сроки по срыву операции. После того, как мы взяли журнал, да, корабль там может уплыть. Нам нужно успеть по срокам, а тут... Вот мне кажется, что... Блин, неужели надо будет лицензию покупать? Да, потому что три фрегата это...
Многовато. Вижу вымпел. Голландия. Да. Вижу вымпел. Магдалена. Давай, Магдалена. Вот тебе рабовы продадим. Так, испанцы. Вот они, торгаши. То есть им можно... Вот, капитан, у меня к вам дело. Поторгуем, пойдемте смотреть товары. Ну, допустим. Ох, ты столько можешь, 3 раба взять. Блин, ничего он не может. Что ты можешь продать? Ничего не можешь продать. Все. Так, вот тут надо сохраниться, потому что корабли может срандомить другие корабли эскадры. Может срандомить при функции доплыть на той стороне. Вот. Распознали врага. Понятное дело, причалить. Теперь мы возьмем лицензию дипломата. Может быть, даже тут. Лучшие товары за сущие гроши. Посмотрим. Вот так вот. Красное дерево, контрабанда. Так, корабли. И вот звездная рыба. Давай, доски. Вам снова понадобились мои услуги, капитан. 30 дней, все отлично. Так. Французский флаг. У нас в основном флаги два часто употребляемых. Это либо французский, либо голландский. У нас попутчики, кэп. Под... Вижу вымпел! Голландский, может быть. Да, торговец. У нас попутчики. Сейчас мы...
Маракайбо. Шлюпки на воду! Так, спустили шлюпку. Ох ты. Пухленький, давай. Пойдем смотреть товары. И все они загружены просто под завязку. Ну. Давай, ром на рабов. Поменяю. Не забываем. Сохраняемся. Мартиника. Даже не спросил лицензию. В общем, продаем. Ну что у вас ко мне, капитан? Все, это конечный пункт. Сейчас мы... Так, провиант оставим. Ром оставим. Вот красное дерево тут продадим. Корицу продадим. Да. Так, рабы остались. А вот серебро можно закупиться. Закупиться серебром и... Так, вот так вот. Лучшие товары за сущие гроши. Так, а что у нас на прикопе? Чарльстаун и Порт-Ройль. Так, Чарльстаун, фрегат Рейн. Сейчас мы на верфи пушки продадим. Сдадим корабль. В управление сдадим квест. Я надеюсь, что больше нас... Доверьте нам судно и ни о чем не беспокойтесь. Вот он, совершенно пустой, звездная рыба. И рыбу мы сейчас...
отдадим в портовое управление. Желаете получить работу или оставить корабль на хранение? И снова у нас кредитных сундуков 5 штук. Я не буду сейчас отвлекаться там на квесты губернаторов, все такое. Эй, я тебя раньше не видел. Еще 25 дней, отлично. О чем вы хотите поговорить? Не хочу выслушивать. То есть, вот видите, сразу нам квесты подкидываются. Так, промышленный шпионаж. For the France, но это потом... Так. А где у нас на серебро выгодная цена? В Порто-Принсе? Нет. Может быть, в Тортуге. В Тортуге. Ну вот, по пути в Порто-Принсе нам хорошо бы Тортугу заглянуть, сбыть серебро, продать. Вот тут голландский флаг теперь. У нас попутчики, Кэп. Но мы с целью поторговать. Шлюпки на воду! Мы не выложили сундучки. Ну ничего. Поторгуем, пойдемте смотреть товары. Блин, и все они загружены. Они просто загружены. Под завязочку. Вижу импел! Так. Все-таки надо сундуки выгрузить. Сейчас в каюту. И вот так вот. 145. Короче, лечилочки. Вот так вот эликсиры возьмем. Противоядия нам не нужны. Ром нам не нужен. Виноград. Так. Рубины, золотые слитки,
Изумрудик один оставим, потому что плюс дает в авторитет. Так. Бунт. Пленных не брать. Готовься к смерти. Бунтовались. Восстание подавлено. Вот почему бунт. Моралька у них упала из-за перегруза. И бунт. Вот это вот плохо. Ребятки, так нельзя. Надо вас задобрить. Заплатили долги. Так, повышенное, повышенное. Высокое, отличное. Героическое. Героическая мораль. И тут. Героическое. Так. Так. Нет, не удалось. Распознали такие врага. Отлично. Причаливаем. Стой, собака. Так-то. Так, теперь. Магазин. Так. Так, все, кроме одного. Хорошо, что вы нанесли мне визит, капитан.
Так, продаем, продаем, продаем. Отдавайте приказы. Отдыхай. Так, теперь надо. Сохраняемся, потому что есть вероятность того, что нас рассекретят. Сохранились. Вот оно. Так и получилось. Загружаемся. По новой. Неужели опять рассекретят? Вот это вот будет некоторая неприятность. Да, повезло. Пуэрто-Принсипи. Да. И вот на Пуэрто-Принсипе мы уже не лезем в дом к Соукинсу. Вот мой труд вот стоит дороже, капитан. Вот мы ему дали. Внимательно слушаю вас. Такая честь видеть вас в моем заведении. Давайте поговорим, когда я освобожусь. Сохраняемся. Вот теперь скрытный способ пройти игру. Ну, не игру, а квест, точнее. Вот эту вот игру в локальном смысле, я бы так сказал, ведь это тоже своего рода игра. Так, за домом должна быть лестница.
Вот она. Вот же она. Так, вот, тут записи в журнал не ведутся, значит, будет следующая запись, только когда мы журнал выкрадем, ну или выкрадем, или получим каким-то способом, вот, неважно каким, их всего два. Приставная лестница, 0,2 всего вес, как-то маловато. Для лесенки. Так, 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 6 часов. Давайте подождем. 5 часов. Ну где-то 6 для полного такого вот. Так. Проходите, проходите. Не мешайте. Все закрыто. Пропустите. Так, вот сюда подходим к окошечку. Вы использовали предмет лестницы. И вот как только мы его использовали, тут же по лестнице и вылезли. Хотя где лестница? Куда-то пропала. Все. То есть у нас вот журнал. В наш журнал направляются в Европу. Так, теперь наш журнал. Мне удалось добраться до судового журнала Солкинса, в котором он изложил план предстоящей акции против испанцев. Солкинсу стало известно, что испанцы затеяли перевозку из Панамы крупной партии драгоценных камней. Для осуществления этой операции они отказались от сухопутной доставки груза из Панамы в Порто-Белло и последующего пересечения Карибского моря. Они планируют снарядить всего один линейный корабль, который должен обогнуть мыс Горн, подняться до 40-й параллели, затем свернуть на северо-восток через Атлантику, дойти до Лиссабона. Солкинс рассчитывает встретить этот линейный корабль с драгоценностями у Сан-Мартина. Для этого он собирает эскадру, чтобы испанец не ускользнул. Предположительно, корабль пройдет восточнее Тринидада и Тобаго и будет подниматься на северо-восток до Сан-Мартина. Мне необходимо осуществить его перехват раньше, чем его встретит Солкинс. Судя по записям Солкинса, через 2 недели у Сан-Мартина испанца будет ждать эскадра пиратов. Мне необходимо немедленно выйти в море и перехватить испанский корабль южнее Сан-Мартина. Невероятно столь
что столь охраняемая тайна стала известна Солкинсу. Нужно позаботиться, чтобы о ней не узнал кто-нибудь третий. И вырвать из журнала пару последних страничек, особенно тех, где упоминается о трюме корабля. И вот теперь-то мы контролируем, значит, провиантик 2900-1600 нормально. Проходите, проходите, не мешайтесь. Извини, приятель, обознался. Выбегаем. Пуэрто Принсипи. Кого нет зарядов? У нашего Хэмфри Дугласа. Ему нужны патроны и порох. Пули, точнее, порох. Потому что патрон — это уже готовое нечто. Типа как бумажный патрон. Так. Окей. 33. Окей. Там может даже и все тебе отдадим. 64. 52. Вот. Сохраняемся. 2 недели. Так, 3 августа стало быть плюс 14. Это 17 августа. Вот тут нам надо сохраниться. Перед выходом, ну вот, выйдя в море, сохраняемся. И я надеюсь, что ветер будет попутный. Мы перехватим. Так, теперь Гнаив. Мы сделали лишнее движение. Бухта Гнаив — это явно не то, что нам нужно было. Так. Отлично, ветер попутный. Теперь мы наш фрегатец. Что-то мне знакомо это лицо. Только 7 дней. Ну, ничего страшного. 7 дней так 7 дней. Что-то мне знакомо это лицо. Фрегат с управления заберем.
Извините, но я спешу по делам. Так, на каком? Корабле он ходит. Ладно, поможем ему, ну потом. Желаете получить работу или оставить корабль на хранение? Ох, 800 тысяч, почти 900 тысяч. Отдали. Так, ну я думаю, что сейчас мы сравним характеристики. Переименованием, конечно. Так, вот этот вот фрегат и продадим, а вот этот вот назовем Рейн. Так, просто мы его перед переименованием. Пандора, это пускай называется Пандора. Так. Ну что у вас ко мне, капитан? Почти 800 тысяч мы заплатили за его стоянку, поэтому мы оставим только лучшие. Так, 92 пушки. А тут у нас кулибрины. Может лучше снять и обменять как бы чуть-чуть. Так. Вот тут мы
Переименуем его. Будет у нас Рейн называться. А этот продадим Пандору. Так. Потому что слишком дорого, дорогая получается эта операция их. Ну, Тартала это чисто что капитала. Сохранить. Так. Так. Доверьте нам судно и ни о чем не беспокойтесь. А где на корабль? Пандора. Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан. Так, и что у нас на прикопе осталось, не считая королевы? Так, из фрегатов только Волверин, Флор де Франси, Карлос Диас, Пройдоха. Дайте пройти. Прям вот так приходится. Вижу импел! Вижу импел! Фрегат веселый мертвец. Кошки к борту!
Пленных не брать! Ну, все, вот здесь. Как тебе? Умри! Не раздражай меня! Ну вот как-то так. Я забыл, что у меня нету или пороха. Поэтому будем от берсерка. Так. Ух ты, ё-моё, сколько серебра. Веселый мертвец. Так. Сент-Джонс. Может быть, мы его оставим в Сент-Джонсе. Веселый мертвец. Так вот быстро мы выполнили поручение. Эй, я тебя раньше не видел. Всего 5 дней. И что там у нас на мертвеце? Ну, пшеницу, какао, вот это вот все продаем. Так, 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 по возможности. Ну что у вас ко мне, капитан? Капитан мертв. В принципе, можно и корабль продать. Он-то... Надо было просто убить капитана. А корабль-то сдавать не надо. Ни в управление, никуда. Вот мы капитана убили и все. Квест сдадим попозже. Сдать его всегда успеем. Тут по срокам мы не ограничены. Он нас будет ждать хоть целую вечность. Надеюсь, да, что да. Серебро. Нам бы серебро потом выгодно продать. Поэтому вот из-за серебра мы его... Оставим.
стояночку. Так. Это приз такой, блин. Серебро. Почти больше, чем 1000 единиц серебра. Веселый мертвец. Ну а сам фрегат ничем не примечателен, никакими выдающимися характеристиками не обладает. Поэтому сдаем его. Желаете получить работу или оставить корабль на хранение? Да, меня это устраивает. Дух. Заплатить, платим долги. Сейчас в таверне донаймем людей. 10 августа. Я надеюсь, мы успеем перехватить этот. Тише. Вокруг полно патрулей. До встречи. Такая честь видеть вас в моем заведении. Так. Надо выбросить. Хорошо, выбросим доски. Просто 40 досок выбросим. Хотя могли бы ему перегрузить, но ладно. Всякий случай карта, да, сохранена перед нашей вылазкой. Если мы не найдем фрегат, точнее не фрегат, а варшип, мы просто перезагрузимся. Так, тью. Отлично. 103. Южнее Сан-Мартина. Ну вот и где я буду его искать? Сиреневые паруса. Вообще нету вот сиреневых парусов. Смысл в том, что по срокам мы успеваем. Ну вот какого числа мы провалим квест, но мы раньше загрузимся и будем как видите, ничего нет. Вот может быть он где-то встрял. По пути уперся в остров. Может такое быть.
Да вполне. Вижу вымпел! Ну, то есть, тут пока что записи о провале нет, хотя по дате давно уже должны были провалить квест. Блин, еще и это облако. Грозовое. Так, вот это да, вот это за пара. Из Панамы. Неужели нам надо будет в Панаму ковылять? Сейчас вот мы просто вот так вот плывем и смотрим. Вот как видите, нет корабля. Вот он хочет выйти из Панамы. И где его, блин, искать? Черт его знает. Уже вот по срокам. Опять сейчас будет бунт, поэтому задабриваем их деньгами нашу команду. Вот так вот бороться можно с последствиями перегруза. И где вот его искать? Через 2 недели. Ну, 2 недели давно уже прошло, то есть эскадра Солкинса его должна была уже встретить давно.
Ветер вот ни черта не попутный. То есть вот он как висит. Квестик. Портабелло, пожалуйста. Вот. Ну, то есть из Портабелло нам обещали. Корабли на прикопе. Допустим, мы в Портабелло причалим. Обстряпаем дельца, а, капитан? Вот бестолочи! Скурили по пьянке мою карту сокровищ! Короче, сплетни ни о чем. Так вот. Ну вот и где мне искать этот... Мы приведем ваш корабль в порядок, капитан. Ну нифига, точнее, а варшип там должен быть. Корабль с сиреневыми парусами. Дай бог, вот ветер попутный. Прямо бочки по всей карте разбросаны. Вот стоило только похвалить ветер, как ветер испортился. Ну вот, как всегда, я соберу все бочки попутно, пройду кучу квестов. Ну только вот не этот квест, а потом будет написано: квест провален, все, перезагружайся. Добыча. Начинай все сначала. Господи, сколько бочек. У нас... Сколько ж можно их... Сколько их респавнится-то? Я надеюсь, что это не пороховой заряд. Нет. Повезло таки. Вижу импел. Блин, вот. Понимаете, что самое досадное? За вот это вот время, что я непонятно чем занимаюсь, я бы мог давно бы же серебро в Тартуге выгодно продать и этот захваченный фрегатис продать и сдать этот квест.
Короче, мы ж отомстили за этого вот чела из Чарльстауна. Вижу импел! Вижу импел! Ну давай. У нас попутчики, Кэп. Вот и... В принципе. Ну где его вот искать? Продовольствие осталось на 3 дня. Вы издеваетесь? То есть вот корабля по-прежнему нет. Сейчас поделюсь продовольствием, поделюсь и всем остальным. Ну вот где этот корабль? Где его искать? A few moments later. У нас попутчики, Кэп. Вижу. Итак, спустя несколько часов, в течение которых я делал многократное количество попыток, я могу выработать такой маленький перечень рекомендаций, что нужно делать и чего не нужно делать для того, чтобы встретить данный корабль на карте. Сиреневые паруса вы видели. Значит, вы вот желательно сохранитесь перед тем, как вот перед тем, как приставить лестницу к дому Соукинса и похитить журнал. Сохранитесь. Вот вы похитили журнал. Не заходите ни в какие локации, никуда, ни в таверну, ни в магазин. Если вам нужно подготовиться, закупиться там товарами, загрузите товары до похищения журнала. Товары, команду и все остальное. То есть вы похитили журнал, и вы, никуда не заходя и ни на что не отвлекаясь, просто вот... сразу в порт, из порта на глобалочку, и по глобалочке вот как бы он действительно пройдет восточнее Антигуа и восточнее Тринидада и Тобаго. Вот Николас Клопес. Причем, если спустить шлюпку и разговаривать с ним, то
диалог будет пустой, и игра на пустом диалоге просто зависнет. Просто вот так вот зависнет и всё. И ничего капитан. Из разговора с капитаном корабля не получится, в принципе. Сохраняемся. Так, что у нас? Так, нации. Мы делаем пиратский флаг. И то есть не используем автоприцел. Вот так вот. То есть вручную прицел не наводим. Иначе есть вероятность того, что мы потеряем патент. Если у вас патент Голландии либо Испании, скорее всего, вы потеряете патент. Ну, как бы сдаваться он не будет. Да, и максимально выгрузите карманы, то есть вот освободите вес вот тут вот. То есть вот максимально выгрузитесь перед абордажем, потому что улов будет богатым. Там будет большое количество драгоценностей. Все, абордаж. Вот абордаж. Так, берсерк. Так. Не, вы забьете моего. Мальчика. Как вы думаете? Да. Да. На еще. Да. Ну, вот и кем придумался. Пам не отработал. Как всегда. Попал в спину. Время убивать. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Собственно говоря, все идет по плану. Даже можем вот так вот сделать предметы героя. Что тут у героя можно еще выложить? Эликсиры. Так, колечки. Вся вот эта вот тема. То есть все. Тут максимально. Невозможно открыть меню параметров. Так. Вот. Так, и почему я вам говорил выгрузиться? В основном сундуке вот это вот. То есть тут дофига
всяких вот украшений, рубинов, сапфиров столько, что вы это все по-любому не унесете. Ну, я бы взял вот рубинов. Даже если я возьму рубинов. Ну, а команду, как всегда, абордажники. Самый интересный момент. Абордажники нас покинули. Это вот особенность данной игры. Что в самый ответственный момент абордажники нас покинули. Вот, мне как всегда звонят. Нет, чтобы позвонить в другой какой-то момент, не во время того, как я записываю видео для YouTube. Нет, мне вот обязательно позвонят именно в этот момент. Так что вот так вот выбирайте, что из этого вы хотите взять. Все вы не возьмете. Поэтому ну вот так вот. Вот так вот. Все. И вот такой вот корабль. Не самый лучший корабль первого класса. Но и не самый худший. Ничего выдающегося по характеристикам. Неуловимый. Таки неуловимый был пойман. Можем даже обменять, переместить команду. Так. Так, так, так. Назначим капитана. Низкая. Так, преданная. Кто-то у нас пассажир. Ну вот теперь будешь капитан. Так. Новая запись в журнале. Что у нас в журнале? Мне все-таки удалось сорвать акцию Ричарда Соукинса. Огромная партия драгоценных камней ему не достанется. Миссия выполнена успешно. Однако не думаю, что Моргану следует знать о камнях. Пусть его долей в этом деле будет пошатнувшийся авторитет Соукинса. Ну, то есть вот так вот. Наш персонаж скрысятничал. Если можно так выразиться. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Что можно сказать в заключении. То есть «Корсары. Город потерянных кораблей». Очень хорошая игра, и она мне нравится за вот эту вот
тему морской романтики. Я просто обожаю эту игру, с одной стороны, но с другой стороны, вот эта вот игра с этими скриптами, она как капризная девушка. То есть вот стоит вам сделать чуть-чуть, самую малость, что-то не так, вы можете даже этого не подозревать. И все. В ответ последует что-то типа: ой, короче, все. Хватит, я обиделась. Что-то типа того. Потому что запороть здесь квесты, как вы уже поняли, собственно говоря, чтобы не запороть, надо обладать недюжинным терпением и настойчивостью. А запороть крайне просто. И вот у нас корабли, у нас предметы. Так. Угу. Ну, французский флаг. Подняли французский флаг. У нас попутчик. Крысы, вот крысы замучают вас. Потому что надо крысобога все-таки. Предметы офицера. Так, что тут у офицера? Сейчас. Давай сюда, крыса бога. И к Моргану. Отправляемся к Моргану. Корабли. Не знаю, ничего особенного в этом кораблике нету. Ну, то есть, как по мне, какой-нибудь варш... Это вот Battleship, а есть варшип. Варшип намного лучше будет. Так, раздаем денежек. Пораздавали денежек. Ох, прям. У нас попутчики, кэп. Зарядить картечью есть, капитан. Звездная рыба. Ай-яй. Как же тяжело. Ай, они сейчас потопят его и все. Thank you.
я не люблю шторма. Просто меня это облако мучает. Исчезни. Исчезни. Так. Бриджтауна звездная рыба. Вот. У нас попутчики. Зеленое оно. Вот это вот игра поглюкивает. Правый борт готов. Молния сверкает зеленым цветом, но ей положено сверкать синим. Давай, давай. Догоняй. Зарядить картечь. Блин же, сейчас расколбасит его наш союзник. Чинись. И ты чинись. И уплывай. И ты уплывай. Так, мачту ему снесли. Разворачиваемся. Еще. Левый. Еще. Вот так вот. Правый борт готов к залпу. Левый борт готов. Так. Однако расстояние сокращается. Блин. Нет, ну они взяли, замочили. Ладно, вне кадра я переиграю, но суть вы поняли, как это проходится, все. То есть, как сохранитесь перед тем, как представлять лестницу к дому Соукинса, перед тем, как украсть журнал. Вы украли журнал, сразу в порт, сразу на глобалку. На глобалке ни на что не отвлекаемся, никуда не выходим, иначе скрипт сработает некорректно, и этот квест повиснет у вас навечно. Все. Удачи вам в жизненных реалиях и в игре. С вами был Мунзерт. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, потому что это все меня вдохновляет и мотивирует делать для вас новый интересный контент. Всем удачи, всем пока.